Всем привет, это Полинезия, локация домик на сваях. Хочу вам показать одно вот местечко, ямочка 4.28. Решил я порыбачить здесь ночью. И вот стал мне попадаться такой интересный крабик, красный мангровый. Вот, и решил я вам об этом рассказать. Поставил две доночки, кусочки рыбы, и спиннингом стал делать проводочки, используя Creturis 08. Я его раньше не ловил, то есть он у меня не разловленный. Вот то, что видите, сколько штучек попадется, столько попадется. Ну, днем он мне не попадался, только ночью видно, он клюет. Такой, в принципе, он, я так думаю, ничего из себя не представляет, просто как интересная, красивая окраска у него такая привлекательная, симпатичный крабик. Вот еще один красавчик. Необычный яркий цвет у него. На Creturis 08. Нравится, видно, ему эта наживочка. Попадается он. Вот еще один попался. Красавчик. Может быть, кто-то захочет разловить его, или вообще можно ли его разловить в таких больших серьезных масштабах, не знаю. Конечно, навряд ли. Но тем не менее, вот кому понадобится на квест все виды. Вот он здесь обитает. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачной рыбалки. Пока-пока.